Часть тротуара, находящегося возле дома по улице Варнинская, один, находится в ужасном состоянии. Более того, недобросовестные водители решили устроить на нем парковку для автомобилей. Перекошенный в ямах и выбоинах – так выглядит часть тротуара возле дома номер один по улице Варнинской. Стоит отметить, что совсем недавно пешеходную зону по указанной улице ремонтировали. Вот только почему этот кусок оставили без внимания – непонятно. Участок дороги оживленный, он ведет к парку. Соответственно, множество горожан идет по этому пути. Мамочки с колясками чуть ли не в притирку к дому вынуждены объезжать проблемный участок. А детям через эти ухабы приходится тащить свой транспорт в руках, дабы остаться целыми и невредимыми. Естественно, неудобно. Я думаю, что и пешеходам не очень удобно. И что тогда будет? Поранишься. Также тут находится почта. Большой поток людей пользуется ее услугами, в частности и пенсионеры, для которых пройти через эти ухабы и выбоины – сложнейшее испытание. Это безобразный участок. Ходить нам, пенсионерам, очень тяжело. Да еще по тротуару с такими выбоинами, конечно, не мешает исправить. Мое мнение, что это нуждается в срочном исправлении. Ужасно, потому что здесь и ногу сломать можно, и подвернуть ногу, и все что угодно. Именно вот этот кусок. Здесь интенсивно сделали нормально все, а здесь, конечно, нужно было бы. Очень плохо ходить. Тем более я после перелома ноги очень сложно. По вот этим ухабам, камням надо заасфальтировать что-нибудь сделать, чтобы было как-то людям. Тут и на почту идут, и пенсионеры получать пенсию. Тоже всем тяжело. Кроме отвратительного состояния пешеходной зоны, местных жителей беспокоит и автопарк, который тут устроили недобросовестные водители. Если для ходьбы дорога непригодна, то используем для своей личной пользы. Наверняка подумали автомобилисты. О своем недовольстве горожане писали на сайт «Единый центр обращений граждан». Вот только будет ли результат, время покажет. А вы, одесситы, в это время смотрите под ноги и будьте осторожны, дабы не упасть и не сломать себе что-нибудь жизненно важное.